Как же быть, что же делать, как же дальше быть, как пройти этот уровень мне? Эй, всем привет, друзья, с вами Джесс, и сегодня мы будем играть в игру Super Truck. В этой игре нам нужно будет прыгать по красным грузовикам и добраться тем самым до финиша. В этой игре присутствует слоумо, эту игру делали разработчики, которые делали Super Hot. Ну вы помните, как это красиво, голос говорит Super Hot. Также здесь он говорит Super Truck. Вот, и мы должны прыгать по этим красным фургончикам на крышах этих машин мы будем, и должны быстренько добраться до финиша. В этом, в принципе, вся суть игры. И давайте уже, в принципе, переходить к самой игрульке, вот это Super Truck. Но здесь без названия, но когда я пройду первый уровень, вы услышите это Super Truck. Ну что, нажимаем New Game, и да начнется всемирный паркур. Ну, в общем, не всемирный, только у меня, но да ладно, кого это, давайте. Level 1. Вот, в принципе, так выглядит игра. Как видите, тут же есть такая фишка, как и в Суперход со слоумо. Когда мы двигаемся, двигаются все наши машины. Ну, не наши машины, я не знаю, может, мы просто решим попрыгать, погулять, по ним, не знаю. А возможно, мы опаздываем на работу, и таким образом мы применяем технику паркура, потому что где-то в 6-7 лет я занимался паркуром. Да, конечно, это неправда. Я, мой игрок, возможно. И я такой думаю, пробка, не проблема. Победят не те, кто на машинах, а победят те, кто это ходят пешком, потому что здоровый образ жизни, типа, да, все такое. Супер Truck! Блин, знаете, почему я радуюсь? Потому что я, когда пытался записать эту игру и разминался, я завелился очень жестко, плюс там еще игра крэшнулась, улетела, и видео то же самое. Вот, и я не мог пройти там уровень, мне уже игра сама говорит, нажми ты Y уже, чтобы, блин, ты себя упал уже. Вот, и, в общем, я начинаю все заново. Ну, я прошел около 3 уровней, потом мне перебросили на 5, я такой, типа, fucking shit. Ну, это, короче, первый взгляд игры, первое ощущение, я немножко понял, как тут уже управлять камерой. Я долетел, мама, я умею летать. Ладно, я не певец, и вообще даже не оперный, так что, блин, я вроде, я не прошел, fucking shit, там был фейл. А я такой, типа, что ты делаешь, Джесс, господи, какая же ты все-таки сегодня нагазированный. Ты сегодня как... Ну, я просто много очень колы в этом. Что-то такого, ты будешь... Эй, фак. Фух, господи, я не хочу фейлиться теперь, да, блин, давай. Так. Ну-ка, давай. Я ни черта не вижу из этих глыб. Фак. Да блин, машины просто не успевают даже доезжать. Нужно как-то время потянуть. Я тут погуляю, покрыть. Как дела, ребят? Видите мне? Привет! Так, я, короче, на работу спешу. Вы меня, пожалуйста, не пинайте. Вот, все нормально. Как... Да, фотайте меня, фотайте. Я люблю, когда меня фотают. Опачки, опачки, воробушки. Нет! Я поцеловал только что какую-то покрышку вонючую, грязную. Фак. Блин, надо как-то все-таки пропрыгать туда-вперед. Я так и не могу это сделать. По причине того, что... Я не паркурист, ни одного раза, ни одного разряда у меня паркурного нет, если вообще дают разряды за паркур, за прыжки на дистанции. Это как будто какая-то, знаете, вот есть игра прыжки на дистанцию, по сути это то же самое, сейчас возможно пройду уровень, если это хрень. Да короче, пофиг, мама, я умею летать, есть, опять левел фейлы, да ну фак, что за, блин, нахрен ядрить, черт побери. Давай, вагончик, веди меня в рай, веди меня, давай. Давай, веди меня к победе, веди меня. Я тебе даже заплачу. Возможно, в другой жизни. Да, друзья, наконец-то я прошел этот гребаный уровень. В принципе, прошло около, не знаю, 2 минут. Так, а ведь было же... Окей, просто немножко перепутал. Ладно, не беда, не проблема. Капуста, морковка и огурец, помидоры. Блин, жесть, посмотрите, сколько здесь машин. О, папа, снимай меня на камеру. Я умею летать, ты видал это, батя? Да, в принципе, да, я же ведь один паркурю. Ладно, нету ни друзей, я паркурщик один, и, кажется, за рулем тоже никого нет в этих машинах, потому что они идут просто сами куда-то в непонятное место. Возможно, это сон, мои фантазии супергеройские. Я хочу залпом пропрыгать все это дело, но, возможно, мне это не получится, да, даже невозможно, а я уверен, что не получится, так что я буду...
более старую гульпию. Посмотрите, прям как в школьную столовку. О-о-о, за пиццей. Кстати, у нас в школе была пицца, вот. Но потом ее как-то убрали, и потом булочки. Пишите, кстати, в комментариях, у кого в столовке пицца продается, там булочки, сосиска в тесте. Кстати, я ее только со школы и узнал. Она, кстати, очень была вкусная. И кисель я, кстати, не любил в детском саде. Потом его полюбил. Да и ладно, к чему эти истории? Мы же суровые дальнобойщики эти. Сразу вспоминается сериал, помните, да, «Дальнобойщики». Я, возможно, доеду на этой машине до нашего Гуал, да, до нашего Гуала, но, возможно, этот хитропопый тракторист Семен, он меня, возможно, и подрежет, ударит, и там будет пипец, они... Кто вас на работу вообще нанял? Вы же водить не умеете. Машины, жесть. Или это, знаете, типа, кто быстрее доедет до финиша, того, собственно, и возьмут на работу. Жесть! Что это за хрень? Fucking shit! Вы это видите? Факт, что... Как я здесь буду пропрыгивать? Как здесь водители будут... Нет, ни в хренаш в себе ядрить! Вот это нахрен ядрить молот, блин, Тора. Я же упал, блин, часть у меня отвисла. Фу, хорошо, что меня этой хренью не выбили. Я хочу вот так вот залпом быстренько пропрыгать все это дело. Нет, нет, не получится. Это глупая была идея. Опа. Опа, да господи, вперед! Я жму shift, но не жму пробел! Меня эта хрень отбуцнула, как будто, знаете, я пытаюсь бить грушу, но я настолько слаб, что я, когда ударяю грушу, я отлетаю назад, потому что груша меня просто отбуцывает. Fucking shit, блин, какой же эпик просто. Сильвестр Сталлоне или кто там, я не помню. Конечно, позор, позор, я задаю. Позор мне на мои косые виски, которые мне вот недавно, кстати, сделали. Я вечно их путаю, косые и прямые виски, блин, в парикмахерской. Вот, то, что я не помню того чувака, который стоял на двух этих машинах и разъезжал. Ну, то есть ноги разъезжались у него, да и сам вроде разъезжал на этих машинах. Мы его катали, по крайней мере. Но я тут сам, в принципе, катаюсь, сам себе устраиваю. А черти что. Так, ну эта штука мне не должна задеть, по сути. Я думаю, что... Господи, чувак, тебе не повезло. Машинки игрушечные, как будто как у меня в детстве были. Я медленно... кому-то не повезет сегодня. Медленно, но уверенно. Смотрите. Бум, бич! Получил! Пдж! Будешь знать, где парковаться. Ну, он же остановился там. А теперь я сделаю по-крутому. Вот так вот. Вот так вот. Йоу, what's up? Да как тут уровни идут, друзья? Я не режу, это не монтаж. 13 уровень, как-никак. Был же 5-й, вроде, или 6-й. Но ладно. Опа, давайте быстренько. Я хочу быстро. Это же игра. Спидран такой, очень крутой. Жесть! Не, ну вы видали? Найс. Просто найсовая шняга. Вот так вот камеры, кстати, мы можем манипулировать. Но, к сожалению, водителями мы манипулировать не умеем. Они, кстати, как-то сами по себе едут, это очень здорово, так что мы можем сделать как они. Вот так вот встать на машину и, в принципе, все. Потому что, ну, пропрыгивать я не знаю, как я буду пропрыгивать эту всю хрень. Хотя бы немножко. Хотя бы немножко. Водитель! Возьми меня с собой. Довези до дому. Довези до дома. Ты меня... Да не, блин, со своим ты супертраком, знаешь, куда иди, заклупал уже. Я тут пытаюсь, так сказать, это, ну, культура, типа, пение. Фак, что мне делать-то надо? Сюда, что ли? А, ребятушки, хватайте меня! Не хват... Вместо того, чтобы хватать, они меня взяли и стали давить своими колесами, грязными, погаными колесами. Так, я вижу тут, что это канализация прорвалась, как вот... Ой, фак. Да, это, знаете, классно. Вот я, кстати, эту игру хотел уже давненько записать, но она мне лежала больше месяца. У меня, кстати, еще одна игра лежит. Еще с 15-го года я хочу все ее взять, пройти, но все никак руки не доходят, понимаете? Да блин, ну что ж ты будешь делать-то с этими водителями? Может, вас прав лишить за такое хреновое вождение? Тихо, 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 тихо. Так, я не вижу дальше куда. Да блинский ядрить же. What the fucking shit, bitch! Да, блин, я не могу даже приземлиться по-нормальному. Вот это вот, конечно, очень обидно. То, что нужно как-то... Я вот сейчас думаю вот здесь. Влево-вправо, влево-вправо. Бомч! Нифига мне не получается. Fuck you, stupid
Трак, блин, этот дурацкий, этот физик, что тут вообще ли? Происходит? Да я не могу туда залететь! Что такое, ты будешь ждать? Дайте мне крылья! Или дайте самолетик бумажный. Возможно, тогда получится. У меня... На-ра-на-ра-на-на-на... Да, возможно, я сейчас просто помру... Да, ну, невозможно, а... Супер точно! Вот так-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 
дали. Вот это он сальтуху, бэкфлип там какого-то разряда уже сделал, жесть кач. Просто жесть кач. Ребят, вам очень... Фак! Блин, взрывательный, господи. У вас что там, перец, чили? Почему вы все прям пипец, я не понимаю. Ой, fucking shit. Так, давайте еще раз попробуем. Вот это ни хрена себе ж! Ребятушки, хватайте меня! Ай, фак, блин. Опачки! Вот это другое дело. Так, тихо, тихо, мне нужно сейчас четенько. Чего, нормально? Так, все, тихо, спокойно. Я надеюсь, сейчас... Тра-та-та-та-та. Так, тихо, не сигналь. Так, хорош. Да хорош. А, чувак, возьми меня с собой. Возьми меня в страну. Супер-трак. Смотрите, Карлсон полетел первее всех. Блин, как он вообще вылетел? Жесть. Друзья, уже 21 уровень, я очень сильно вспотел. Ну, тут зима, значит, мои подмышки должны замерзнуть были, но пока что все нормально. Так, очень... Сейчас, я смотрю, там ДП сейчас, походу, какая-то... Вот вам и спецэффекты. Без регистрации, без СМС. Автоматически прилагаются к каждому видеоролику. Так, так как так-то? Ну... Знаете, на это можно смотреть вечно. Не на три вещи, знаете, уже... Эти три вещи давно поменялись, все говорят, можно на воду, на огонь смотреть, на то, как взрывается что-то. На самом деле, на фейерверки, на взрывы, на огонь, на... Вы, ты жесть, просто нафиг! Вот! Я прям под этот самый попал, меня засосало. Опасная трясина, а-на-ра-на-ра-на, меня засосало, меня опасная... Трясина опасная такая. Прям пипец, какая опасная. Господи, вы смотрите, тут. Жесть, что они везут? Или это сдавать? Жесть, я не хочу сдавать на права, господи. Кошмар какой, не хочу работать дальнобойщиком. Это страшно, убийственная работа. Опачки, так она сошла уже. Ага. О, как он в снег вошел, пипец. Так, я, наверное, все-таки передислоцируюсь. Вот это сейчас я как дам жару! Супер-трак! Супер-трак! Напоследок нужно обязательно бумкнуть. О, 23 уровень. И как-то тут уровень идут ненормально. Ну да, в принципе, мне игра очень нравится. Я боюсь, тут сейчас меня прям вещи переколопатит. Видали, физикс даже есть тут. О, это Unity, кстати. Движок Unity, если кто-то, если кому-то интересно. Вот это движок Unity. И вот таким вот прыжочками, вот таким вот, господи, тут все ломается. Нет, я бы мог запрыгнуть на машину, но не сделал этого сейчас, и поэтому дорога через час. Нет, я хотел другое вообще-то добавить, ну да ладно. Я бы мог запрыгнуть на машину прямо сейчас, но не сделал этого почему-то я сейчас. Все потому что задаете вопросы вы мне. А! Это работает, слушайте, это работает, жесть. А как же быть, что же делать, как же дальше быть, как пройти этот уровень мне? И я не знаю, что мне делать, подскажите вы мне в комментариях прямо здесь. Ну, везде, наверное, на глазках. Ну, ладно. Вот это фак! Факин-факин-фак! Ох, жесть, там был тройной взрыв, и у меня в основном бомбануло, потому что я так далеко приехал. Заново, заново, заново! Нифига, вот это прямо
Так, там сверху, осторожней, тут же люди. А чё вы вообще такие, это прям хулиганы, прям вообще видят. Я надеюсь, здесь пройду, потому что, блин, я не хочу опять фейлиться. Вот это там высокенечко, я прям, ух, надеюсь, меня сейчас не перекорёжить. Там, мы же все, мы падаем. Мы падаем! Надо как-то вот ближе. Вот! Всё, да? Нет, такие. Короче, ещё раз. Вот это я почти прям приземлился. Я наконец-то научился нажимать назад. Блин, да что ж такое? Опа! Опа! Опа-опа, да куда ж ты? Нет, надо было развернуть камеру. Да что ж я делаю? О, красавчик! Ох ты! Да нет, да ну стоп! Да не надо, ребята! Я жить хочу! А-а-а, водитель! Тихо, ребята! Чё там, опять падать, что ли? Нет, держись! Держись, братан! Ай, сейчас меня раздавят! Так, а назад никак? Ой, фак. Ой, что-то мне нехорошо. Что-то плохо как-то. Ой, сейчас меня, походу, сейчас прессануть, все. Так, о, смотрите, сейчас. Тихо. Нет. Тихо. О, красавчик, держись. Держись, нормально. Ведь этот не должен меня ударить, да? Все нормально. Фух, ну вроде лучше, как-то. Ух, вец. Вот это классно. Так, братан, тихо. Фух. Не надо, я тебя умоляю, не надо, хорошо. Прошу тебя. Ведь последний уровень остался, чёрт. Ну, не последний, в смысле. Еще, то есть. Дальше есть уровни, но все-таки я хочу дойти до... Да какого ж черта? Так, мне уже сама игра предлагает скипнуться, но давайте последний раз попробую. Если нет, то... Пошел пень, короче. Окей. Да, все. Сейчас ведь должно пойти, да? Я нажал. А? Ну? Что, не работает, что ли, уже кнопка? Оу, левел 40... Да тут... Господи, так молот! Я не пройду ведь это дело. А, давайте по-быстрому так, типа, Джего, вот это fucking crazy, блин, джампер, блин, опа, вопс, нет, моя единственная надежда на то, что пройти, господи, этот уровень, какие-то уровни больно жесткие становятся, и, нет, никак. Опа. Опа, воп, воп, нет, хотя бы полетал, уровни не прошел, но хотя бы полетал, нет, некоторые я прошел, конечно, уровни, но хотя бы полетал, но это кайф, конечно, так полетать, это мне нравится. Надеюсь, я дальше как-то смогу продвинуться, потому что здесь, сейчас, нет, да ну тебя нафиг, блин, молоточек для отбивания мяса, фак. Ну что ты поделаешь? Давайте, наверное, это финал. Это последний уровень будет. И я, наверное, на этом ролик уже буду заканчивать. Потому что, блин, я вспотел нехило так. Но вот реально, вот честно, хотите потрогать? Я, нет, наверное, был. Фу, простите, вы, наверное, ели. О, все равно был. Ты ни хрена ж себе, ну по джи-джи-джи-джи. Да почему бы такое происходит именно со мной? Чем я заслужил? Вау! О, господи. О, фак, блин, фак. Тут если ты останавливаешься, то получается скорость твоя уменьшивается. Или как это понимать? Вау! Я свободен. Я умею тут летать. Да блин, ну что ж ты будешь делать? Опять надоело игре, типа, давай быстренько скипни тот момент, уже ты всех заколупал. Я такой, хрен там был. Да ну нет, ну даже до кузова не дотянул. Да ну нет, ну я хочу дойти до конца, ну блин. Я не вижу теперь ничего, блин, из-за тебя. А-а-а.
Нет! Не все переворачиваются, сука, блядь. А, ты ёбаный мудоёбище, блядь. Фак, блин, даже не пройти, черт тебя побери. Блин, господи, кошмар какой-то. Тут вообще есть шанс пройти этот уровень? Вот, сейчас. Вот хорошо пролетает. Да не в меня ж ты, блин, дурачок. Иди отсюда, кыш. Дай мне пролететь этот уровень. Что-то как-то... Вот, хорошо пошло. Сейчас. Нормально. Давай дальше сам. Фу, господи, кошмар. Какой это кошмар. Ладно, я так ведь попробую еще один уровень. Я, в принципе, этот уровень закрыл тем самым, тем уровнем, который я, собственно, скипнул, потому что там было очень долго. Там нужно было три фургона, три карты пропрыгать. Здесь тоже не легче. Блин, тут надо как-то более спокойнее двигаться. Как-то вот спокойнее. А я не могу. Во, тут еще такая хрень есть. Жесть, просто жесть. Так, эта машина, кстати, уже поломана, да, я так понимаю? Ее бахнули уже. Так, может держаться на последней машине, и тогда мы как-то выживем? Но нет, это не делает, тут не прокатит. Так, те уже машины не ездят. Так, надеюсь, меня не столкнут, окей. Как-то... Вот, кстати. Нет! Хрен там был! Только не я там был. Черт, этот финиш, я так хочу до него добраться. Доберусь до него. Доберусь, блин, игрулька очень понравилась. Да как же так-то? Ну, больно очень. Моточком для отбивания мяса. Да, блин, ну что, блин, руки-крюки, пальцев вообще нет, как будто... Хватается, хоть зубами хватайся. Вот здесь я сейчас должен. Опачки. А сейчас вот здесь вот. Так, там они всех. Вот, короче, прям жесть. Так, здесь нормально. Вот, передислоцировались. Вот это сейчас ненормально будет. Вот здесь пройду, вот здесь пройду. Вот здесь пройду, 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 пройду. Я буду влево, влево, влево. Тихо, тихо. Так, влево, вправо, влево, вправо. Фух, сейчас как жахнет, наверное, он его. Ой! Немножечко дабстеп. Ну так как я не могу, ни инструментов, ничего у меня нет, так что я пытаюсь просто губами своим главным. Что? Там еще внизу что-то было? Да, там есть, кстати, внизу такие шипы еще. Очень жестко. Очень жестко. Давайте. Вау, это было зря, конечно. Я хотел просто пропрыгать очень быстро, но мне что-то не очень везет, чтобы это все дело. А пропрыгивать. Нужно держаться рядом с машиной, потому что прыгать я не дал. Ой, нет! Да ну нафиг! На лопатке для переворачивания блинов оказался. Блин. Ай, черт. Ну ладно, здесь как-то еще можно. Вот здесь мне как-то, да. Блин! А, да ну нафиг! Да ну блин! Да я ударился головой об эту хрень. Да как так-то, ну? Еще? Вот этот моментик. Хорошо, прошли, окей. Так, fuck you, окей. Вот, передислоцировать. Ух ты, ни хрена ж себе, да что ж ты... Там надо было, посмотрите, раз, два, три, здесь он сейчас бомбанет. Вот, пошел. Ой, fuck. Так, еще раз. Ух, ни хрена ж... Да, было бы очень здорово, если бы я зацепился, но... Что-то мне не везет здесь. Дигу. Да они не пытаются сбросить с этой карты. Жесть. Куда вы едете вообще, дальнобойщики? Да за что мне этот, блин, колесом по лицу, блин, а? Чем я заслужил? Фак, просто. Там нет машин, да? Нет, есть! Возможно, я дойду, но это не факт, конечно, не говори, оп, а, черт, блин, да, в принципе, получилось. Вот сейчас этого, сейчас поднесет его жестко, смотрите. Ни хрена, даже пукан его не поднял, а вот здесь, кстати, сейчас мне будет пипец. Вака, дыщ,
Не пройдешь, короче. Этот уровень, хрен с ним, наверное. Ну, последний разочек. Мне даже специально подняли наверх, чтобы тебе такой, что видишь, там финиш, ты мне ни хрена не дошел, потому что ты лузер. Ладно, ребятушки, на этом, наверное, все. Будем ролик заканчивать. Так что, если вам понравилась эта серия, понравилось это видео, и вы хотите увидеть больше подобных роликов, больше хотите видеть смотрин, вот, обязательно пишите в комментариях под этим роликом, как вам игра, понравилась, не понравилась. Также предлагайте свои игры, в которые вы хотели бы, чтобы я поиграл, прошел, рассмотрел, отсмотрел, просмотрел, сделал осмотр. Вот, также не забывайте подписываться на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны, если вы здесь вдруг впервые, вам понравилось, что не пустить новые серии, новые ролики, вы должны подписаться, вот. И если вам понравилось это видео, то обязательно поднимайте большой палец вверх и рекомендуйте канал своим друзьям и знакомым, потому что я всегда рад вам подписчикам на своем канале. Это жесткая такая, прям, знаете, жесткачка, такая жесткая очень мотивация снимать ролики, лайки, ваши комментарии, подписка. Это дает больше сил, больше уверенности и подавляет мою лень, которая, типа, такая, да ну блин, ну что-то поиграй, типа, там, отдохни, вот, или заняться другими делами, ну, или когда есть время, вот, и лучше все сделать монтажик, а я их делать, ой, как не люблю, а это ваша мотивация, друзья, так что... На этом все. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень сильно люблю, целую, обнимаю, до новых серий, до новых роликов. Всем до скорой встречи, короче, увидимся уже в новом видео. Очень скоро. На этом все. Всем удачи, всем хорошего настроения. Надеюсь, оно у вас появилось. Всем удачи, всем пока-пока-пока-пока. Не знаю, зачем это, ну просто вот в конце так, типа, знаете, ну типа любовь, понимаете, проявление. Ну и сердечко показать, ну, потому что все.